Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы с вами поиграем в... Какую же мы игру с вами поиграем? Интересно. Невероятно. Даже не знаю, что за эта игра. Да, это будет русская рыбалка. Она в стиме. Выберите свой домашний регион. Я выбираю, значит... Блин, я Россию выбрал, да? Ну ладно, будет Россия. В общем, русская рыбалка, да, вот это вот Fishing Russian, Russian Fishing, Fishing Russian, русская рыбалка 4. В стиме бесплатно, абсолютно можешь скачать и играть. И сейчас мы посмотрим, что из этого выйдет, что там есть интересного. Итак, друзья, значит, обучение. Мы предлагаем вам познакомиться с основами механики игры, пройдя обучение. Мы согласны. Ой. Для перемещения используйте клавиши VASD в сад. В темное время суток можешь использовать фонарь F. Опа-на. Смотрите, как красиво у нас тут все. Все замечательно. Интересно, хочу кое-что проверить. Секунду. Друзья, чтобы вы ничего не подумали, я просто поставил качество, все максималка. И эту вертикальную штуку я просто выключил, как бы. Да. Да. Все, я врываюсь. Итак, в общем, все изменилось. Теперь все стало невероятно на ультрах. И теперь мы включаем фонарик и двигаемся на VASD. Невероятно. Так, что у нас тут есть интересно? Ну все, что интересно. Так, мы двигаемся. А еще задания у нас будут. Так, на Shift мы быстрее бегать начинаем. Опа. Костер. Е-крафтинг. Необходимо разжечь огонь. О, здесь мухи-то летают. Так, какие-нибудь еще задания будут? Ну я же бегать научился, смотрите. Все нормально. В, С, А, Д. И F нажимал. И уже рассвет. Все готово. Что дальше? Что дальше, игра? Так, это я жму 1, 2, 3, 4, 5. Слоты пустые. А, подойдите к берегу и встаньте на мостик. Понял. Извиняюсь. Иду. Итак, это место отлично подходит для рыбной ловли. Теперь давайте выберем удилище, проверим, установим ли на нем необходимые компоненты глухой оснастки. Для начала откройте рюкзак, нажмите клавишу И. Инвентарь. Итак, открываем. Повыше в списке выбирайте маховое удилище. Например, Select Stick 16. А, вот этот вот, окей. Нажав на плитку с изображением. Далее соберите оснастку глухая. Оснастка глухая. Что значит оснастка глухая? То есть у нас, смотри, здесь есть поплавок. Есть. А, это леска и диаметр лески даже есть. Смотрите, прочность примерно на 3 килограмма, чуть больше еще порвется. Поводок, если он есть. Угу. Крючок. Червь, наживка и... Больше у нас нет наживок, поэтому как-то так. А, взять в руки. Итак, снасть практически готова к рыбалке. Установите спуск поплавка 1 метр. Нум плюс, нум минус. А, нум плюс это вот это вот, да? А один... Сколько нужно? 1 метр. Фига себе. Значит, 100 сантиметров. Да? Друзья, 100 сантиметров это 1 метр. Сейчас проверим. Все, 1 метр, окей. Стать готовы заброски. Попробуйте бросить оснастку ближе к траве. Для этого повернитесь направо. Учитывайте скорость направления ветра. Цельте сечащийся круг. Это зона, в которой должен очутиться поплавок. Заброс оснастки выполняется левой кнопкой мыши. Чем дольше вы удержите левой кнопкой мыши, тем с большей силой будет выполнен бросок. Окей. Опа. Пошло. Итак, следите за поплавком в доме, прищурившись. А, на Z нажмете, если прищуриться, да? О, видите, мы поближе смотрим. Окей. Дождитесь поклевку. Левая кнопка мыши опять. Оп. Окей, рано. Я рано выбросил, поэтому давайте ждем поклевку. Угу.
Если он утонет, плывет в сторону, выпрете подсечку и потащите рыбу к себе. Для этого нажмите на левую и удерживайте. Окей. О, пошло дело. Акулу тащу. Ой-ой-ой. Итак, как все сложно-то. Поздравляем, вы поймали рыбу и получили немного опыта. Положите рыбу в садок, нажав внизу появившегося экрана кнопку «В садок». Окей. Теперь уберите удилище обратно в рюкзак. Бэкспейс. Бэкспейс — это у нас что? Это у нас удалитель вроде, да? Так. Отыщите дом, получите там запасные снасти для поплавка. Запасные части пригодятся, когда что-то сломается, а денег на покупку новых уже не будет. Так, нужен... А, дом. Е, дом открыть. Что, я в дом не могу зайти? Я просто так? У, получить запасные снасти. Г, получить для спиннинга. Я все получил. Окей. Теперь давайте отправимся к озеру Змарск. Попробуем продать ваш лук на рыбном рынке. Для переезда на другой водоем откройте панель управления, нажать Escape. Озеро Камарины. Окей. Escape. Затем пульс крайне на плитку с изображением текущего водоема. Озеро Камарины нам надо. Так. Вот сюда нам надо теперь. Переход. Блин, игра, конечно, как будто бы нарисована для ВКонтакте игры, если честно. Вот по ощущениям. Пока не чувствуется той атмосферы рыбалки, как, допустим, в РДР. В РДР, наверное, больше чувствуете, чем... Итак, добро пожаловать на озеро Камарины. Отыщите рыбный рынок. Продайте свое. Что-то там, рыбный рынок. О, магазин. Нам нужен рынок. Горячая еда. Оля, настроили. Сейчас вы почти ничего не заработаете. В дальнейшем старайтесь поймать крупную рыбу, ее цена гораздо выше. Что? Рыболовный магазин. Войти. Да. Да. Горячая еда. Зачем нам еда нужна? Ой, так мне еще есть надо. Смотрите, у нас статус пополняется слева внизу. Так, а рыбный рынок-то где? Промтовары. Это что такое? Чайник, лопатка, турка, рыбный нож. Господи, как все сложно. Где рынок? Тут кафешки всякие, я смотрю. Это кафе, это не рынок. Ой, ёпта. Что? Там здесь что, корова работает? Алло, извините. Не хотели. А, рыбный рынок. Блин, наверное, на той стороне. Новогодняя ярмарка. О, смотрите, разные катушки продают. Блин, это для тех, кто задротит в нее. Надо да, моему папе это предложить поиграть. По-любому ему понравится. Блин, конечно. Атмосфера просто сказка. Хотя, вот честно, вот вода, вот прорисовка могли бы получше. Зачем они нарисовали эту рыбалку, я не понимаю. Мне кажется, могли бы вполне что-то нормальное нарисовать. А что у нас? Это у нас дом. Ёп. Я рынок искал, какой дом. Мне рыбный рынок нужен. Я еще рынок, здравствуйте, не видели. Сейчас это почта, спорим, администрация. А это рыбный рынок, не видели? Мастерская. Где рынок-то, я не понимаю. Вышка, конечно, пипец плавает. Ну, в смысле, такая резкая, я вот... Невозможно ей управлять. Зато, друзья, знаете, на что все это похоже? Похоже на то, что мы можем в любой момент забраться и половить рыбу. Где рынок-то, я не понимаю. Ладно. Ищу рынок. Друзья, я тут бегаю, хуй знает сколько времени. Оказывается, рыбный рынок был вот здесь. То есть я вот здесь появился, да? А вот здесь был рынок. Хороший. Итак. Найдите в плитку с изображением пойманной рыбы. Нажмите на нее, затем нажмите кнопку «Продать».
Я получил целый один золото. Ура! Теперь откройте экран рынка. У вас припасено для вас еще одно задание. Итак, оттащите рыболовный магазин. Купите опарыш. Так, магазин. Вот он, магазин. Так, это не то. Что нужно? Именно рыболовный магазин. Это промо-магазин. Вот это вот рыболовный магазин. Теперь нам нужен опарыш. Ищем наживки. Наживки. Разные наживки. Нам нужен опарыш именно, да? Производители разные. Так, наживка. Черви. О, опарыш. Здесь должен быть опарыш. То, что черви, личинки. Опарыш это что такое? Вот. Что? Здесь наживки просто нажмем, найдем опарыш. О, опарыш, вот. Сколько нам надо купить? Ну, получается, давайте вот, вот это возьмем-то, на два с чем-то. Купили. Отлично. Вы можете не только покупать наживки, но и самостоятельно их изготавливать из имеющихся в рюкзаке компонентов. Изготовим наживку хлеб. Для начала откройте рецепты крафтинга. N. На N нажимаем. Хлебный мякиш. Жмем сюда. Если у нас батон есть, и жмем изготовить. Окей. Поздравляем, вы изготовили первую наживку. Примите результат, нажмите пробел. Окей, успешно все изготовили. Теперь вы желаете познакомиться с механикой ловли на спиннинг удилище. Отправляйтесь на Р в Юнок, речку в Юнок. Окей, F1. О, на F1, смотрите, разные клавиши нам показывают, какие нажимать, чтобы ловить рыбу. Окей, Р в Юнок. Это Escape вроде. Карта Р в Юнок. Идем на следующий, переходим. Невероятно. Блин, телепорт эти, конечно, лучше бы это было дорогой на машине, знаете, как в GTA-шке. Не GTA-шке. Помните, там, где нужно по лесам проехать? Итак, мы предлагаем вам познакомиться с механикой ловли на спиннинг снасть. Перейти обучение, да. В АСД, темное время суток, ну, как всегда, да. Куда мы идем? На другой... Подойдите к реке слева от деревянного моста. Подойдите к реке слева от деревянного моста. Перекинуть на слева от деревянного моста, окей. Хорошо. Так, выбираем удилище, да? Спиннинговое. Для этого нужна корона, что-то там. Звание, конечно. Тут написано, что это спиннинговое именно. Как мы поймем, что это спиннинговое? Это выглядит как спиннинг. Смотрите, видите, типа ручка эта и соединяется. А здесь оно, вот эти, вот, вообще бамбук какой-то. Тут бамбук и удочка. А это телестик, телескопическое. Ну, даже подписано. Окей. Взять руки. Итак. Теперь необходимо отрегулировать фракционные тормоза катушки. Нажмите на 25. 25 колёшком мышки делал. Я не знаю, что такое мы сделали, но что-то мы сделали. Никогда этого не делал на обычном спиннинге. Если вы делали, кстати, напишите в комментариях. Последнее, что необходимо сделать перед забросом, выбрать скорость вращения рукояти катушки. Установите скорость 10. Для регулировки скорости рукояти зажмите клавишу R. Десятку надо поставить. Снасть готова к заброску. Левую кнопку мыши и также левую. Вау. Все нормально. Тянем, тянем. Ну я хреново закинул. Надо было в зеленую закинуть. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас вытащим и закинем куда надо. Написано, необходимо выполнить более точный заброс. Сразу нельзя было сказать. А мы тут паримся. Итак, целимся. Личный рекорд. Необходимо выполнить более точный заброс. Опять что-то не то. Че, может мне просто подойди поближе, не? Тут, а, кстати, давайте проверим, леска путается или нет. Пожалуйста, вернитесь на берег реки, слева от дерева. Сейчас мы смотаем, подождите. А-а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 -
Ла-ла-ла-ла. Так, чем дольше выдержится лед, тем сильнее больше задержки будет силы и что-то там, давайте. Ну, о, прям в серединку пошло дело. Полностью подмотку подматывая леску. Для этого нажмите левую кнопку мыши, а затем, замешив, можно полтора раза увеличить скорость проводки. Нету рыбы. Не клюет рыба. Окей, я ж понял. Пальцы по утку, бла-бла-бла, зажав лево. Вы можете полтора увеличить. Так, так, так. Лучше атаки рыбы почувствовать нагрузку на удилище. Но ловить рыбку большая, маленькая. Пошло дело. Сорвалось? Что? Ладно. Окей. Нет, ну я-то обязательно вытащу. Вы не думайте, я не уснул. Все пошло дело. Рыба заглотила приманку, поднимается лицо, большая рука из катушки. Для этого держится левую кнопку. Короче, сильно не нужно тянуть, да? Просто подтягивать. Бороться она здесь не будет, как в некоторых играх. Потащите рыбу ближе к себе. Для этого поднимите лишь вверх и нажмите... Понял. Нажмите правую кнопку. Окунь, окунь, мы поймали окушка. Ребята, сегодня у нас будет уха. Садок. Садок, как садок. Итак. Это было последнее задание. Не останавливайтесь на достигнутом и приступайте к самостоятельному изучению мира русской рыбалки. Ознакомьтесь с другими функциями. Управление. Вы можете нажать на F1. Окей. На F1, в общем, нас всем обучают. Если вы хотите что-то поймать еще, давайте с вами поймаем еще. И поедем. Будем ловить. Надо папе попросить, точнее, да, предложить поиграть. Он любит рыбалку, он вечно меня ловит, такой рыбак, а-ля, да вы шо, да вы шо. Да. А вдруг подсядет, представляете? А вдруг у вас есть отцы? А вдруг вы сам рыбак? Кстати, вам нравится эта игра. О, кстати, смотрите, там слева пишет то, что поймал. Ольга что-то поймала, Димон, Юрик что-то поймал. Тевик что-то поймали. И молодцы. Все что-то ловят, кроме меня. Но я не тороплюсь. Меня вообще клевать перестало. Давай, давай, родная, давай, я верю в тебя. Ты сможешь. Честно говоря, дождь пошел что-то. Жена дома ждет, водочка. Рыбу еще чистить, все-таки окушка поймали, уговорить. Ладно, еще дети ждут. В принципе, надо торопиться, собираться. Ну что, друзья, в общем, вот так вот выглядит эта рыбалка. В общем, играйте, кайфуйте, ловите рыбку, наслаждайтесь природой, погодой. Если вы поставите лайк... Поставьте лайк, то обязательно я сейчас сниму продолжение, если вам понравится. Вот. Ну или вы просто посмотрите хорошо, как вы это иногда смотрите. Тогда, может, будет продолжение. Посмотрите, что еще есть. Хотя, в принципе, рыскать по магазинам и так все видно и все понятно. Просто ловите рыбу, продаете ее и потом
покупайте лучше снасти. Переезжайте на другие места и вот жмете на Escape, рынок, переезжайте куда вам нравится. Вот озеро, Медвежье озеро, тут Волхов закрыто, вот допустим. Такое условие. Для доступа водоем необходим 20 уровень. То есть, видите, ловите здесь, вот, допустим, а здесь нужен 12 уровень. Если ловите, да, получаете уровень свой. Видите, у нас первый уровень еще. Нам нужно что-то поймать. Еще один, тогда у нас будет второй уровень. И мы тогда с вами сможем двигаться дальше. И, в принципе, все очень просто. Ничего сложного. Так что, друзья, приятной вам ловли, хорошего улова. Ну и, кстати, хорошего отдыха. Всем счастья, здоровья, любви и хорошо, клево. Еще разочек. Всем пока-пока.